Меня зовут Руслан, фирма Rexel, Польша. Мы производим пневмостолы для производителей мягкой мебели. Возникает вопрос, зачем же нужны эти пневмостолы? Прежде всего, столы увеличивают производимость выпускаемых изделий, например, диванов. Благодаря тому, что обивщик работает всегда в удобном положении, так называемое эргономическое положение. Чтобы обить нижнюю часть мебели, достаточно пневмостол поднять. И тогда уже работаем в удобном положении, обивая нижнюю часть мебели. Если хотим обить верхнюю часть мебели, пневмостол опускаем и опять-таки работаем в удобном для себя положении. У этого пневмостола управление находится с двух сторон, так что работать можно как с этой, так и с противоположной стороны. Дополнительным, неочевидным преимуществом пневмостола является то, что обивщики более охотно работают на пневмостолах по сравнению с традиционными козликами. То есть производители мягкой мебели, если хочет, чтобы у него работали самые лучшие обивщики, он им может в качестве бонуса предоставить отличное рабочее место, эргономическое рабочее место. Мы производили замеры, исследования, насколько же увеличивается производительность выпускаемой мебели благодаря использованию пневмостола. Производительность увеличивается минимум на 14%. В течение месяца мы начинаем производить готовых изделий на несколько десятков единиц больше, а в течение года эта цифра подходит к 1000. Готовые элементы, из которых потом будем делать пневмостолы. Здесь рамы пневмостолов пришли с покраски. Все элементы мы красим порошковым методом. Небольшой склад пневмостолов. Вот, как вы видите, готовая продукция. Она как раз таки завтра выезжает на Россию к российскому клиенту. Вот так мы пакуем пневмостолы. По 4, по 5 штук на палете. Если столы едут в далекие края, то мы их упаковываем на большую палету.